Blender 2.91 решил я сделать персонажа из Зверополиса. Это капитан Бого Буйвол. И вот хочу сделать полностью вот в этой программе Blender 2.91 пролепить. Давайте посмотрим, как это получится. Разберем, какие вылезут косяки, если что. Итак, импорт. Я импортирую болванку. Не буду ее создавать, тем более болванок валом. Лишнее время тратить. Итак, вот эта болванка из The Brush. Я ее уже показывал. Как ее достать из программы The Brush, тоже показывал. Если кому-то нужно вот эта болванка будет. Ну, чтобы попробовать, как она, да что. Я вам ее могу переслать. Итак, выбираем вот эту болванку и заходим в Sculpt Mod. Итак, нужно переделать сначала вот этого вот персонажа. Как будем его переделывать? Это значит будет вот такой процесс. Так, сначала мы возьмем кисточку, вот эту тянучку Grab. F. Английская, увеличим кисточку и подправим вот эту вот часть. Так, опять же, Ctrl-Z, включаем X-симметрия. И вот это все дело, это будет шея. Вот так вот. Так, теперь шею мы немножко оттянем вот сюда. Эту часть тоже чуть-чуть поднимем. Вот эту грудь вдавим, выведем ее вперед. Ну, пока вот по наметке. Теперь что сделаем? Равняем вот эти вот части, вытягиваем бока. Так, что тут получается? Вот эту заднюю часть мы тоже опускаем. И переднюю часть тоже усаживаем вниз. Аж вот так. Так, теперь делаем здесь где-то приблизительно, вот здесь вот внизу, это будет типа таз. И расширяем еще вот эти части. Итак, заготовка готова, шифтом все это дело выглаживаем. И вот эти ноги, мы их с шифтом сглаживаем. Так, здесь вот в жопу все это дело сейчас поднакидаем. И как можно потоньше. Так, теперь что нужно сделать? Здесь у него будут вот эти выходить колени. Все-таки бычара. Так, что еще? Вот этот зад чуть-чуть пониже. Чуть-чуть сюда. И вот эту спину, конечно, у быка такой нету. Вот сюда ее уводим. И вот этот загривок еще больше поднимаем. Так, что еще можно сделать? В принципе, лапы они нормальные. Оставим их для дальнейшей работы. Так, единица на нампаде. Зайдем теперь в Edit Mode. Выберем рентген. И вот эти части. Так, давайте, наверное, вот так сделаем. Сначала вот эту кисть уменьшим. Вот так вот. Делаем английскую S. Так, Ctrl. А ну-ка, что получится? Так, если мы по симметрии работаем, ну, где-то... Так, что тут вообще получается? Ну, ладно, вот так вот будет нормально. И немного G, как бы вот сюда выведем. Вот так. Теперь Sculpt Mod. Опять же переключимся в такой вид. И поставлю-ка я опять любимую свою глину. Так, единица на нампаде. Наметка положена. Корректируем руки. Шифтом все выглаживаем. Так, пальцы рук. Вот этот палец нужно вытянуть. Мы их потом тоже подкорректируем. Где-то что-то добавим. Так, единица на нампаде. Ну и погнали нарабатывать голову.
Начнем нарабатывать голову с драйва. F английское уменьшим кисточку. Так, мы находимся по X. Пока динотопа не надо включать. И вот так все это дело нарабатываем массу. Вот так. Здесь вот чуть-чуть тоже поднакидаем. Ну и получается что-то вот в таком духе. Теперь уже берем клей стрип. Чуть-чуть интенсивность можно уменьшить. Или Ctrl-F. Уменьшаем интенсивность кисточки вот так вот. Так. И начинаем нарабатывать вот этот объем. Так, здесь у нас, смотрим внимательно. Здесь у нас сейчас должна быть оформлена вот эта морда. Теперь мы включаем динотопа. Переключаемся в функцию динотопы. И ставим, как в прошлом ролике, Brush детали, Subdivision Collapse. То бишь, чтобы у нас нормальный внешний вид был. И нарабатываем вот эту губу. Так, губу уводим сюда. Здесь нарабатываем вот эту часть пока. Можно ее побольше кидать, не бойтесь. Сейчас мы тут кое-где подрежем, кое-где подбавим. Теперь Ctrl, немножко так, это Ctrl-Z. Большая интенсивность. Работайте на низкой, чтобы лучше все это дело у вас происходило. Так, теперь вот здесь вот тоже вот так как-то. Вот, преобразуем это дело в голову. Теперь нам нужно... Что нам нужно? А теперь нам понадобится ноздря и анатомия. Так, сначала мы делаем вот такой брикет. Значит, граб включаем. Это же граб. Да, граб. F английская. И вот здесь, где рога будут. Вот здесь вот, где рога. Поднимаем чайник повыше. Вот так. Здесь преобразуем челюсти пока вот. Как бы вот в такой вот внешний вид. Чуть-чуть можно сгладить. Вот так вот. Нижнюю губу можно немножко пока подгладить. И нам понадобится, чтобы все это нормально смотрелось, понадобится шея. Вот эта шея должна быть о, побольше. Вот так вот. Теперь что делаем? Ставим интенсивность кисточки прям поменьше. Проверяем, настраиваем. Так, F уменьшаем. И что нам понадобится? О, это слишком. А нам понадобится нанести именно вот эти. Так, это тоже мало. Вот эти вот через Ctrl мышцы. Вот так вот. Здесь вот так. Здесь вот так вот. Угу. Здесь у нас выходят ребра. Там у нас выходят крылья. Ну, а здесь у нас выходит вот такая штукенция рука. И мышцы шеи через Ctrl рисуем вот так. Здесь как бы давайте вот таким вот образом сделаем. Здесь будет у нас уже гортань. Ну, в принципе, так. Ну, а здесь крылья сейчас докидаем. Наметим зад. Здесь вот так. Вот так вот как бы мышцы пойдут. Здесь плечевые будут. Ну, в принципе, вот по примитиву пока вот так вот будем делать. И нарабатывать будем все это дело клей стрип. Теперь F кисточку побольше. И вот как бы так. Так, что у нас? Динотопа стоит. И как бы вот
Таким вот образом нам нужно наработать вот этот вот весь объем. Так, здесь у нас грудина. Так, здесь у нас крылья. Вот таким вот образом елочкой можно накидать пока и в другую сторону придать объем. Здесь у нас, так, F, уменьшаем кисточку. Вот так вот. Здесь у нас уже плечевая мышца идет. Вот так. Так, а вот здесь идет у нас шея. Мышца шеи. Здесь, значит, через Ctrl у нас идет как бы кадык, как бы погружение. Ну, что-то в таком духе. И накидываем вот сюда вот мышцы ноги. Здесь намечаем паховую зону. Так, что еще? Так, где-то вот так все это дело тут происходит. Здесь через Ctrl чуть-чуть убираем сбоку массу, чтобы она более-менее полукруглая как бы была. Вот что-то в таком. Так, и нарабатываем вот эти вот мышцы. Так, вот так вот полукругом побольше накидать. Именно вот здесь вот. Вот на этой части наметить локоть. Так, и вот здесь вот тоже поднакидать. Вот так вот. Ну, а тут можно грабом F. Многовато, наверное. Вот так вот. Вот так вот. Так, здесь побольше поднимаем вот эту часть. Так, как-то вот таким образом. И чуть-чуть вдаль ее уводим. Так, здесь побольше, а вот здесь поменьше. Так, вот здесь вот еще прям таз. Вот так как-то. Здесь спина еще дальше уходит. Так, намечаем филейную часть. Вот так вот. И крылья чуть-чуть побольше. Во! Ну, получается что-то в таком духе. Так, здесь чуть-чуть подбираем, наращиваем и вот эту часть филейную вводим как бы сюда вот. Вот так как-то. Во. Так, а где у нас тут кисточка? Вот он, флатен, да? Вот мы теперь попробуем все это флатеном вот так вот сделать внешний вид. Вот так как-то выровнять. Так, теперь вот здесь вот. Вот что-то в таком духе. Вот так вот. Шифтом немножко повыглаживаем. Немножко вот здесь вот подправим ребра. Вот такая штукенция, чтобы крылья было видно. О, грудина как развернулась. Так, здесь что еще? Так. Вот тут подровняем тоже мышцу. Так, здесь тоже ее выровним. Ну и здесь вот пояс тоже преобразим. Так, есть такое дело. Вроде наметка
прошла. Так, единица на нампаде. Чтобы теперь понять именно тело вот это, давайте набросаем голову. Первым делом F уменьшаем. И вот здесь вот, вот на этой болванке делаем через Ctrl вот так две дырки. Вот так как-то. Теперь делаем кисточку F побольше. Ставим вот в такой вид. И накидываем массу. Вот это типа ноздря будет. Так, теперь нам надо через Ctrl сделать пазы для глаз. Вот такое что-то получается. И теперь флатеном. Так, флатеном. Вот так вот как-то морду дооформить. Вот так. Итак, голова есть. Наметка положена. Вот единственное, как тут теперь сделать именно, как их называют, рога. Если вытягивать, то что получится, да? Так, ну давайте пробовать, а что делать? Теперь опять же, наверное, драйвом. Вот что-то в таком духе. Здесь как бы наращиваем массу. Делаем типа жопы. И попробуем вот это всю штукенцию именно как бы вот так накрутить. Получится, нет? Так, не знаю, да? Так, так, так. F. Так, и как бы, наверное, их назад вот так чуть-чуть отвести. Вот так как-то. Так, и вот здесь добавляем массы вот этой вот. Вот так. Во. И подводим поближе туда. Так, что-то в таком духе вот получается. Так, здесь у нас идут бровные дуги. Нос чуть-чуть можно вперед выдвинуть. Так, эту часть можно утопить. Так, и заднюю часть, вот где черепушка, вот эти рога, ну, где-то в таком духе. Так, что еще можно сделать? А можно побольше сделать вот эти, так, не, о, пошире, вот так. Вот так как-то.
Так, и вот эту грудину, наверное, еще побольше. О. Вот так вот. Ну вот, что-то этакое. Так, давайте набросаем теперь вот эти вот, как их называются, F, вот, копыта. И вот здесь одно вот так вот, раз. Теперь получается нужен граб. F большая. И вот эти копыта чуть-чуть вот вперед вытягиваем. А вот здесь вообще нужно тонко делать вот эту часть. И вот эту чуть сюда выворачиваем. Ногу вот сюда, вот так вот. Так. Ну, что-то в таком духе. Так, это что теперь у нас тут выходит? А нам нужно теперь динотопа еще поменьшенная поставить. F уменьшить кисточку. Включить Ctrl. Ух ты. Ctrl-Z. Теперь опять же кисть стандарт. Ctrl. Вот так вот. Вот таким вот образом. Теперь здесь отбиваем как бы нос. Вот эту морду. Отбиваем дуги. Рисуем их побольше вот здесь вот так вот. Так, вот нос побольше. Так, вот эту губу отмечаем. Единица на нампаде. И грабом F английская. Так, побольше кисточку. Вот это вот так вот. Раз. И вот эти нижние части обвисают. Вот эти дальние уходят вот сюда. Это вот таким вот образом. Вот так как-то. Во. Вот теперь что-то этакое происходит. Ну а теперь накидаем именно вот эти вот рога, чтобы они нам как-то создавали вид. Так, здесь отбиваем лоб. Побольше нарабатываем массы. Так, вот сюда аж выводим вот эту дугу. Так. Теперь вот отсюда начинаем нарабатывать вот это вот рог.
Так, что там он не вдавливает? Ну, как обычно. Как обычно, все вдавливает. Так, поменьше кисточку поставим, пока массу наработаем. Надеюсь, там не будет он с той стороны теперь прогибаться. Так. Так, ну хотя бы так как-то поднакидать. О, вроде чуть-чуть меньше стало вот это гнуться. Так, что тут происходит? Так, ладно, единицы нам падим. Сохраню пока проект и сделаю ремешер. Так, так, так. Save as. Богу на рабочий стол. Так, мышка вообще хочет приказать долго жить. Это шиздец. Отключаем динотопа. 001 ремешер. Ох ты, мать моя. Так, Ctrl-Z. Так, а что, не получится так как-то подправить? Так, что у нас тут с сеткой вообще, как она выглядит? А мы сейчас динотопой побольше поставим вот этот вот. Вот эту вот штукенцию и посмотрим, что там происходит. Все равно продолжает заднюю часть рвать. Жаль, что здесь нет bug face mask, чтобы вот это все дело. Так, что там у нас? Не, а Ctrl-Z. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, ну ладно, что-то в таком духе. Так, единица нам поди. Давайте пока уши еще наметим. Так, F английская. Вот что здесь мне не нравится, что все надо как-то наращивать, накидывать. Найти здесь bug face mask, типа как в The Brush, чтобы можно было все это дело нормально. Вот так вот прорисовывать. Так. Так.
Так. Не так вот заготовка бычары. Так, шрифтом тут что-то можно подгладить. Так, теперь попробуем F английская. И вот сюда вот так вот. Так, что тут у нас происходит? Так, и накидаем сюда, наверное, вот эту челюсть побольше. Так, смотрим сбоку. Так. Здесь теперь вот так вот. И вот эту часть вот так как бы складку делаем. Во. А здесь теперь у нас получается как бы вот за ухом. Вот эту часть нужно повторить. Чуть-чуть ее как бы подчетче. Вот. Это здесь у нас будет мышца челюсти. Вот так вот. Так, что у нас с мордой? Чуть-чуть шифтом. Так, вот здесь вот чуть-чуть шифтом. Так, еще немножко, наверное, что тут получается? Да нет, дуги уже нормальные вот эти. Вот сюда чуть-чуть выведем. Вот так вот. Так. Чуть-чуть вперед выходят вот эти вот рога. И уходят вот в эту сторону. Вот так вот. Так, здесь они тоже как бы закругляются. Короче, они должны чуть-чуть плоские быть, но широкие. Так, во. Так, теперь еще немножко, наверное, поднакидаем мышцы. Вот здесь вот через Ctrl чуть-чуть поприберем и шифтом выгладим. Так. И как бы визуально кинем мышцу. Вот так вот. Теперь здесь кидаем вот такую штукенцию. Так, а вот отсюда идет как бы бицуха. Так, немножко через Ctrl. Здесь вот сделаем потоньше. Вот так вот. А здесь делаем крылья побольше. Вот таким вот образом. Как бы вот надуем их вот тут. Во. И до задницы. Так, здесь добавляем две мышцы вот эти. Ну, типа здесь вот лопатка, да? И на эту лопатку идет вот этот наплыв. Так, тут чуть-чуть можно выглаживать уже. Так, вот здесь вот плечевой пояс закончим. На шею уходит мышца. Вот эти вот, задняя часть. Так, ну вот это все потихоньку выглаживаем. Так, здесь немножко еще преобразуем. Вот так вот. И вот этой кисточкой называется Inflat. Через Shift. Она мягко так выглаживает, оказывается. Так, вот здесь вот чуть-чуть уменьшаем. Тут трицепс. Так, здесь крылья немножко. И вот эту часть.
И надо оформить зад. Вот без зада ни одна модель смотреться не будет. Значит, мы здесь вот задницу вот так вот набрасываем. Во. Так. И кидаем задницу, как я показывал, вот таким вот образом. Здесь вот чуть-чуть еще массы побольше. Так, здесь у нас тоже мышца идет. И вот здесь идут крылья уже. Тоже это все накидываем, завершаем. Так, теперь у нас получается, мышца выходит вот сюда. Здесь вот должны быть у него типа тазовые кости. Хотя это бычара. Но все равно сделаем таким вот образом. Так, здесь теперь паховая часть. Вот так. Здесь идет вот таким вот образом грудина. Вот так вот. И вот здесь вот как бы грудь. Но она идет у него вот чисто на мышцы. На вот эти вот плечи. Так, и кажется мне, что нужно единицу на нампаде. Так, единица на нампаде. И, по-моему, как бы башка большая у него. Тело-то нормально. Вот бошку надо уменьшить. Зайдем в Edit Mode. Снимем выделение. Рентген. И попробуем. Так, вот так вот. Теперь С английское колесиком подчищаем. Чуть-чуть голову. Правая кнопка мыши снимает выделение. Опять же С колесико зажимаем, подчищаем. Единица на нампаде. И делаем S. И делаем G. Так, Ctrl-Z. Иксиметрию пока можно отключить или использовать от MOV. Так, вот раз. Так, нет, чуть-чуть надо приподнять. И немножко увести вот так вот. Назад. Смотрим, что вообще тут получается. Sculpt Mode. Ну вот. Вот в это я уже верю. Так, тут теперь нужно вот эти полигоны чуть-чуть X-симметрию включить. И вот эти полигоны чуть-чуть прибрать. Вот так вот. Так, теперь намечаем еще шею. Вот здесь вот. Вот эти мышцы. Все-таки бычара. Так, есть такое дело. Что-то как-то я его, походу, сильно уменьшу. Ладно. Заходим еще в Edit Mode. Немножко S давайте прибавим. Ладно, черт с ним. Так, во. Смотрим опять же Sculpt Mode. Так, теперь граб, если не подкорректирует, то здесь более-менее. Так, F английская. Так, и морду можно чуть-чуть вперед. Вот эту часть тоже чуть-чуть побольше.
Во, ну вроде как симметрия уже и голова вроде подошла. Так, вот здесь вот можно чуть-чуть побольше так вот придавить. Вот как-то так. Так, что тут с ногами? Эту часть чуть-чуть придавим. Эту часть чуть отведем. И эту часть чуть-чуть побольше. Так, есть такое дело. Так, во, с ногами еще вот так поступим. Ну, а тут уже вот такой брикет. Так, вот эти ноги тоже поменьше. И вот так вот. Раз, два. Во. Так, здесь теперь набросать копыта. И, в принципе, пока заготовка готова. Так, единица нам падим. Вот это все нужно пока закомпоновать. И попробуем обрезку. Я настроил, кстати, эти кисточки. Что-то у меня там по дефолту я вот это все удалил. О, опять начинается. Да, здравствуйте. Что, каждый раз по дефолту удалять? Так, а это что? И это тоже. Вот, вот такая хрень у меня постоянно. Да ёпты. Динотопа, если отключаем, включаем Edit преференции, так, и сбросить по дефолту. Теперь включаем вот эти обрезку, и она должна резать. Так, теперь немножко это дело сейф. И смотрим, что получается. А получается, что нужно еще граб. Где он тут у нас граб? F. Английская. И вот эти части еще вытянуть. Во. Вот таким вот образом. И вот эту часть. Так, вот эти копыта. Как бы, наверное, повыше их, что ли, поднять. Или колени пониже опустить. Так, чуть-чуть их, наверное, в бок разведем. Сделаем чуть-чуть там пошире. Вот здесь вот пошире. Ягодицы чуть-чуть
вдавим. Ну и в принципе, что? Нормальная бычара. Так, здесь чуть-чуть поровнее. Так. Теперь немножко вот здесь вот, наверное, еще хребет вот этот побольше вытянем. Вот так вот. Многовато. И вот эту часть немножко уведем вот так вот. Так, опять у меня тут заскоки. Интерфейс, так, input. Вот не работать стал у меня NumPad. Так, это вот так. Эти мышцы вот сюда. Смотрим, что здесь, где грудь. Здесь вот чуть пониже. И вот эту часть тоже чуть-чуть пониже. Во. Так, тройка на нампаде. Шифтом немножко это все дело подгладим, чтобы он был гладкий. Вот так как-то. Так, и что тут тройка на нампаде? Поднимаем ступни. Чуть-чуть вот так вот. Раз. Во. Тут покат нормальный. В принципе, все нормально. Единица на нампаде. Object Mode. Выбираем Move. И опускаем персонажа чуть-чуть вниз и привязываем его Object Set Origin Origin 3D Cursor. Так, теперь заходим еще раз в Sculpt Mode и корректируем вот эти пальцы. Вот так вот, раз. Так, пальцы намечены, теперь их нужно тоже доработать будет. Единица на нампаде и нужно еще вот копыта вот эти. Давайте долепим и на этом ролик я буду заканчивать. Так, сначала грабом. Так, где он тут? Вот он, граб. Так, это вытягиваем. Выравниваем. Вот так вот. Эту часть подгинаем прям побольше. Вот эту.
Теперь давайте пролепим и будем заканчивать. Так. Что у нас тут с динотопом? О. Здесь у нас вот как бы надувается вот эта часть. Вот так вот. Опа-на. Это что тут такое? А, здесь образовалась полигруппа после обрезки. Значит, нужно эту полигруппу просто ликвидировать. Я не знаю, как ее. Не получается, мы ее, наверное, просто сотрем. Так. Вот так вот. Теперь получается нужно опять же, можно даже флаттеном чуть-чуть поработать. Вот, наверное, флаттеном будет получше. Как бы округляем ее, как бы пятку оформляем. Вот так. Округлее делаем, а здесь как бы потоньше вот эту часть, вот так вот, во. Так, ногти теперь вдавливаем, опять же, флаттеном вот эту часть. Вот так обрабатываем флаттеном. Делаем ее потоньше. Вот так вот. Теперь кисточку, значит, F поменьше. И делаем вот здесь надрез. Так, интенсивность тут можно побольше поставить. Смотрим, что опять динотопа отключилась. Ничего, сейчас мы это все дело подправим. Через Ctrl. Так, вот здесь уже. Вот так вот надрезаем копыта. Во. И немножко копыта теперь как бы вот дооформляем вот так вот. Теперь выбираем опять же Clay Buildup. F английская. И вот так вот дорисован копыта. И шрифтом немножко их выглаживаем. Так, вот такие вот копыта получились.
Так, намечаем немножко шею. И немножко делаем как бы ключицу. Ну, типа ключицы. И вот здесь вот делаем вот так вот пустоту. Во. Так, через Ctrl теперь вот здесь чуть-чуть морду дооформим. Так вот как-то. Так, а вот здесь вот типа, да, оформим вот эту морду. Вот так вот. Так, есть такое дело, и вот эту часть еще, наверное, больше добавим. Так, вот так. И теперь, как он называется, граб. Граб.
Итак, получилась вот такая заготовка персонажа. Все, всем пока, до свидания. В следующем ролике попробую, наверное, сделать вот этот глаза, камуфляж, доделать пальцы. Ну и там потом раскрасим, посмотрим, что получится вообще.